Привет, с вами снова я, Никита, и сегодня я выкладываю ролик про вот такой вот новый конструктор, очень интересный, самому очень интересно играть, очень часто в него играю, интересный, нравится, маленьким детям тоже можно, вот так вот берешь, скрепляешь, раскрепляешь. В комплекте идет вот так, вот таких вот несколько наборов. Назад вперед все ездит, колесики крутятся, все вертится. Колесики крутятся, все делается. Вот колеса крутятся. Вот в наборе идет две машинки и один самолет. А самолетом можно делать. Смотрите, вот достал я, например, пожарную машину. Говорю, вы можете достать самолет или гоночную машину, любую. Я достал пожарную и гоночную. И их можно совместить. Например, мне не нравится такая машина. Я беру, отцепляю от пожарной и от гоночной. Вот я отцепил от гоночной, и вот я отцепил от пожарной. Получается, я беру его так соединяю. Если мне не нравится кабина, и хочу, например, гоночную кабину, я беру и ставлю. Все. Это очень легко скрепляется и раскрепляется. Например, хочу сделать машину очень длинную, беру раз, беру два, лимузин прямо какой-то. Давайте достанем наш самолет и посмотрим. Он самолет тоже, колеса есть, колеса крутятся, разбирается, все крутится, вертится. Хочу, например, сделать хвост. Видите, вот здесь вот такие вот детальки, а здесь вот отверстие. И в эти детальки в отверстие вставлять. И они на магните. Хочу там сделать так, хочу так. Хочу сделать вместо колес, хочу сделать самолет, например. Вместо кабины машины поставлю кабину самолета. Вместо хвоста. Короче, здесь можно сделать все, что захочешь, все, что в душе угодно. Вот так вот делаешь. Все, что захочешь, можно делать, как хочешь, что захочешь. Я сделал, например, вот такой самолетик. Вы можете сделать любую конструктор, любую, хоть пожарную, хоть гоночную, хоть что. Это конструктор и для мальчиков, и для девочек. Это конструктор для любого возраста, и маленьким детям, и большим людям тоже интересно, и детям всем интересно. Короче, все очень легко скрепляется, разъединяется на магнитах, все безопасно, детали крупные, для маленьких детей можно. Сегодня я сделал обзор на вот такой вот конструктор. Всем удачи и всем пока!